добро пожаловать на первый матч зимнего чемпионата Татарстана между командами «Строитель-2» и «КамАЗ-1». Команда «КамАЗ-1» в синей форме, команда «Строитель-2» в белой. Так, команда «Строитель» выходит в следующем составе. Брагин в воротах. Карпетян, Афанасьев в защите. Колесников, полузащита. Гараев, Минеев, нападение. Матч начался. Афанасьев. Перевод на Карпетяна. Карпетяна Сафина. Афанасьев в центре, перехват. Сам обыгрывает двоих игроков. Пытается сделать передачу. Мяч входит в аут. Команда «КамАЗ» будет вводить мяч за боковой. Карпетян. Минеев. Минеев обыгрывает. Передача на Гараева. Гараев, прострел. Сафин не успевает добежать до мяча. Защитник «КамАЗа» перехватывает. Команда «КамАЗ» в атаке. И мяч входит за пределы. Судья показывает угловой. Подача. Выше ворот. Судья показывает, надо перебить угловой удар. Подача. Сильно вверх. Удар и гол. Коля. Один ворот. Ворот один. Да, довольно спорный момент. Но тем не менее мяч засчитан. Команда «КамАЗ» ведет 1-0. Дальний удар. Да, тренер правильно говорит, в защите проспали опять игрока «КамАЗа» при розыгрыше углового. Минеев с мячом. Карпетян сопровождает мяч за пределы поля. Брагин будет разыгрывать мяч от ворот. На Афанасьева. Афанасьев на Гараева. Гараев на Колесникова. Надо побороться здесь за мяч. И аут в пользу команды «Строитель». Колесников здорово переводит на Загайнова.
здесь, возможно, вы уже слышите комментарии тренера команды. С мячом команда КамАЗ. Сильный удар. Брагин на месте спокойно. Сильно вперед. На Минеева. Минееву надо побороться за мячик. И команда КамАЗ вынуждена выбивать мяч в аут. Загайнов. Потеря. И команда КамАЗ бежит в контратаку. Успевает команда Строитель вернуться. Опять дальний удар. Брагин забирает мяч. Сильно вперед. Команда Строитель будет сбрасывать мячик. С мячом Минеев. Карпетян на Загайнова. Загайнов. Да, Загайнов теряет мячик. Гараев перехват. Команда КамАЗ будет вводить мяч за боковой. Довольно-таки красивый, но неточный удар. И мяч летает выше ворот. Брагин на Афанасьева. Афанасьев сразу на Гараева. Гараев обыгрывает одного. Обыгрывает второго. И довольно-таки неточная передача. Карпетян. Гараев с Минеевым отыгрываются в стеночку. И здесь команда КамАЗ выбивает в аут. Карпетян перевод на Загайнова. Загайнов обыгрывает одного. Делает передачу на Колесникова. Колесников прострел. И команда КамАЗ накрывает данную передачу. Судья показывает, что мяч ушел от команды Строитель. Минеев. Гараева. Гараев в центр. По-моему, был удар по ногам, но судья не фиксирует нарушения. И коллективным отбором команда Строитель отбирает мяч. Сильно-сильно Колесников дает передачу. Гараев не успевает. И от ворот будет вводить мяч команда Строитель. Карпетян Загайновым. И Загайнов теряет мяч. Аут в пользу команды КамАЗ. Минеев вернулся, помог защитникам, отобрал мяч, обыграл двоих, убегает, прострел на Колесникова,
Ай, Колесников не попадает. Пинчу. Гараев. Афанасьев. Карапетян. Ширину просит дать тренер Карапетяна. Загайнов. Загайнов. И это заканчивается тем, что КамАЗ будет сбрасывать мяч за боковой. Дальний удар. Брагин спокойно ловит мяч. Афанасьев. Афанасьев сильно на Гараева. Команда КамАЗ будет вводить мяч за боковой. Сильно вперед. Но довольно-таки неточно. И мяч переходит к команде Строитель. Скидывай, скидывай, Гар. Минеев. Неточно. Гараев вынужден теперь отрабатывать в защите. Загайнов. Перехват, да. Загайнов побежал вперед и зарабатывает аут. Сильно вперед команда КамАЗ. И Карапетян ставит корпус и дает мячку уйти. Брагин быстро разыгрывает с Афанасьев. Афанасьев на Гараева. Гараев обратно. На индивидуальном мастерстве решил игрок КамАЗа. Загайнов перехватывает такие действия. В команде Строитель замена на поле появляется вместо Загайнова Шакиров. Гараев перехват на Шакирова. Шакиров спиной не видит данную передачу. И теперь команда Искандер вынужден возвращаться быстро-быстро. Опасно, очень опасно было сейчас около ворот команды Строитель. Брагин спокойно. Паузу надо взять, чтобы ребята могли отдохнуть. Все правильно. И сильным ударом вперед на Шакирова. И Шакирову, видимо, тяжело еще после перелома восстановиться. Тяжело бегает. Колесников перехватывает. Сам Колесников бежит и делает довольно-таки прострел. Карапетян в подкате останавливает контратаку команды КамАЗ, выбивая мяч в аут. Брагин великолепно забирает мяч. Через Афанасьева. Афанасьев сильно.
не точно. Афанасьев поборолся за мячик, да, и мячик уходит за пределы поля. Нервничают игроки команды КамАЗ. Афанасьев будет вводить мяч в игру. Сильно на Колесникова. Колесников принимает. По-моему, был фол со стороны команды КамАЗ, но судья. И команда КамАЗ забивает второй гол. И за разговоры с судьей тренер команды «Строитель 2» получает желтую карточку. Как-то довольно-таки однобоко судья свистит сегодня, но тем не менее мы должны играть. Это третий гол. Счет становится 3-0 в пользу команды КамАЗа. Расклеились ребята команды «Строитель». Гараев с мячом. Этот гудок ничего не видит, не слышит. Выноси. С мячом команда «Строитель». Колесников будет вводить мяч за боковой. На Афанасьева. Довольно-таки нечеткий прием мяча. И в первый раз судья дает штрафной в пользу команды «Строитель». Карапетян будет разыгрывать штрафной. Сильная передача на Загайнова. Так, в команде «Строитель» произошла замена. Вместо Гараева вышел Загайнов. Загайнов с Минеевым. Перехват со стороны команды «КамАЗ». Удар. Карапетян перехватывает. Сильно вперед на Колесникова. Колесников. В команде «Строитель» замена, вместо Колесникова выходит Сафин и появляется на поле Тихонов. Сафин с мячом. Перехват со стороны команды «КамАЗ». Минеев. Отличная передача на Тихонова. Но успевают защитники команды «КамАЗ» вернуться. Карапетян вступает. Афанасьев. Коллективный отбор. Афанасьев Загайнову.
Загайнов на Минеева. Минеев обратно на Загайнова. Загайнов. Потеря мяча. Команда КамАЗ производит замену. Минеев перехватывает. И мяч уходит от игроков команды КамАЗ. Загайнов вперед на Тихонова. Другого выбора нету. И игрок КамАЗа просто выпинывает мяч в аут. Коль, бери вот эти ворота, пожалуйста. Я сейчас, блядь, не пятый вынул кто-нибудь, не дай бог, от маленьких. Просто это. И игрок КамАЗа, вратарь команды КамАЗ забирает мяч в руки. Вот ворот будет Брагин вводить мяч в игру. Брагин Карпетяна. Карпетян довольно-таки опасно вдоль ворот на Афанасьева. Афанасьев на Загайнова. Загайнов на Минеева. Минеев, Карпетян. Карпетян на Афанасьева. Афанасьев на Загайнова. Загайнов на Минеева. Минеев дальше на Загайнова. Загайнов в центр. Минеев подхватывает. Передача на Сафина. Перехват. И команда КамАЗ сильно вперед. И Брагин ловит мячик. Карпетян в центр на Минеева. Минеев спускает ошибку. Сам же ее исправляет. Тихонов вступил. И команда КамАЗ зарабатывает угловой удар. Сильно удар и очень-очень сильно высоко. Карпетян с мячом. Передача на Колесникова. Колесников поменял Сафина. Карпетян с мячом. Смотрит, кому отдать передачу. Через Брагина. Брагин на Афанасьева. Афанасьев сразу на Загайнова. И Загайнов почему-то отдает опять передачу назад, вместо того, чтобы бежать вперед. На Карпетяна. Карпетян очень-очень опасно уже около своих ворот. Тихонов. На Минеева. Минеев на Загайнова. И Загайнов теряет мяч. В игру вступил Афанасьев, поборолся. И сам же уже прессингует. Афанасьев в центре, перехват. Сильная передача от команды КамАЗ. Удар по воротам. И счет становится 4-0 в дальний угол. Команде строителей замену вместо Загайнова вышел Гараев.
Афанасьев увидел Гараева, да, Гараев открылся. И неточная передача. Вместо Тихонова на поле выходит Гатаулин. Ну, сегодня игроки команды КамАЗ явно пересмотрели мировой футбол. Все, первый тайм закончен. Счет 4-0.